Орел принял у себя фестиваль кельтской музыки и танца «Самайн». С 23 октября празднество кочует по городам России и собирает под звуки волынки любителей ирландского танца и песни. В средневековой Ирландии «Самайн» был днем празднования окончания сбора урожая. В России же на праздник собираются поклонники кельтских музыкальных мотивов, тотально обогативших мировую музыкальную культуру. Пришедшие в клуб «Сфера Т» уверены, наши люди по темпераменту с ирландцами схожи. У нас та же неудержимая тяга к веселью и оптимизм. Ну, именно из-за этого я ушел в кино, где я сидел за 50 рублей по большой скидке, ну, потому что я знал, что здесь лучше. Есть антураж именно страны, и довольно-таки интересно. Мы любим кельтскую музыку. На кельтскую сцену в Самайн вышли ирландцы и москвичи с этническими танцами и музыкой. А открыла многочасовую программу орловская команда «Энельгердис». Сейчас этот стиль на пике популярности практически. Молодежь, она вот именно сейчас начала интересоваться культурой разных народов. У каждого свои традиции, инструменты. И всем интересно все это послушать.